Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны 16 деятелям культуры и СМИ. Об этом пресс-служба СБУ заявила в ответ на запрос издания «Апостроф». В частности, персонами нон-грата в Украине стали российский режиссер Никита Михалков, публицисты Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, экономист Михаил Хазин. Кроме того, в списке Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха. Всем им органами СБУ в соответствии с требованиями действующего законодательства и в интересах обеспечения государственной безопасности запрещен въезд на территорию Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.